Конференция X5 «Диалог» продолжается. Рядом со мной Юлия Тиханова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, в какой сессии вы сегодня принимаете участие, что будете обсуждать с коллегами? Я принимаю участие в сессии коммерческих директоров. Там мы будем обсуждать наше взаимодействие с поставщиками, отвечать на их, скажем так, наиболее горячие вопросы для того, чтобы наши поставщики были с нами в прямом диалоге и имели информацию из первых уст. Юля, а скажите, какие кейсы вы будете открывать коллегам более подробнее? Но мы там расскажем о том, что именно меняется в структуре, потому что для поставщиков, конечно же, очень важно понимание того, каким образом будут меняться подходы, будут ли они меняться в целом во взаимодействии, потому что структура у нас перестраивается, у нас сейчас достаточно много полномочий в территориях, и об этом уже коллеги мои, коммерческие директора, упоминали, и мы, наверное, где-то более подробно об этом расскажем. Ну и также ответим на те вопросы, которые волнуют поставщиков по поводу ассортимента, ценообразования и в целом, наверное, нашей такой общей стратегии, куда мы дальше идем. Юля, так хорошо вы подготовлены? Первый раз участвуете в конференциях или уже много раз участвовали? Не первый раз, да. Не первый раз. А что ждете в финале этой сессии? Какие задачи и цели вы ставили? Ну, в первую очередь, на мой взгляд, основная цель этой сессии как раз-таки услышать друг друга, нам с поставщиками, ответить на злободневные вопросы, для себя отметить, что наиболее, наверное, нам важно сейчас будет развивать в наших отношениях, что особенно беспокоит, на что делать фокус и акцент. Поэтому здесь... Спасибо, Юлия. Тогда желаем удачи вам на выступлении, на сессии и продолжим общаться с участниками. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.